Здорово. Помнишь, ты Игорь взял десяточку? Ну, сейчас тебе покажу эту девочку. Двенашка за... Фу, точнее, десятка за двенадцатку, смотри. Что думаешь? Аккумулятор новый. Вот это прям зуб даю. Сам брал лично. Из упаковки достал и сюда поставил. Ну да, не надо втыкать, она тогда не едет. Пусть валяется. 3000 рублей? Нет, дорого. У меня бюджетный автомобиль. С него? Да, да, я знал. Ему вообще пиздец или сегодня еще потерпит? С заднего с переднего сальника хуярит. Сможет масло. Стоит недорого, но замена дохуя. А самому сделать это варик? Варик? Ну это надо по духу скидывать, движок не помнить. Ну, в принципе, если поебаться, можно так. Че можно из этого всего, короче, сделать самому в гараже? Все. Открываешь YouTube и погнал. Я так и собираюсь. Да здесь, блядь, движок полторашка, 8-клапанный. В принципе, блядь, бодрый пиздец. Если поменять форсунки, поставить другое отопление. Насос. Поменять. Будет бодро бегать. Не 200, но 180-190 он будет уже бегать. Можно вообще изъебнуться, другую эту голову поставить. Да сильно изъебываться не надо, эта тачка просто должна ехать. Вакуум не течет. Ну и главное тормозить сильно. Тут надо смотреть тоже сильно. Хуй знает. Нахуй ты ее купил? У тебя одного говна мало. Теперь два говна. Два, там лучше всего ничего, да? Ну, естественно. Вчера вечером оттуда, короче, закипело, прям пар пошел, блядь. Нормально, нахуй. А, это ничего особого? Да, это неудивительно. Нахуй здесь два насоса стоят, непонятно. А я вашу обе. Таля, от двенашки стоит. Китайские ваши пути только ломал. Точнее, оленин китайский ломал. Ну, так скажу, еще состояние по морде, ничего, ну... Этот радиатор бы поменять. Все сотом пизда, ну, дырявые. Скорее всего, сюда тоже хуярит. Нет, не хуярит. Ну, я для начала ее хочу отмыть, короче. Вот здесь, видишь, она вся в дерьме. Это не дерьмо, это так покрасили, мовили или что? Нахуя так делать? А? Нахуя так делать? Чтоб не гнила. И в цвет более-менее было. Вот это... Да она вся, блядь, была въебанная. А если по сайту ГИБДД, короче, пробить, она без аварий. Все четенько, все чистенько. Ну вот заднюю дверь, видишь, отмыли, короче. Это не отмыли, нет, это отмыл чувак, короче, от вот этого дерьма заднюю дверь. А переднюю, короче, не отмывал дальше.
Я сегодня хочу взять ее, короче, отмыть, отпидорить, блядь. Салон почистить. Ну, чтобы она хотя бы почище была. Ступится пиздец. Багажник надо ключом открывать, он так не открывается. Ну там нихуя нет, он, блядь, обычный, просто пустой, чистый. Салон можно залазить, будет шапка зимой греться. Да у меня стекло не закрывается, блядь. А у тебя его и нет. Не, этого просто нету. А вот он не закрывается вообще никак. Никак, никак. Вот так это. Ага, самый умный парень. А вот, вот я так не пытался. А где это? Есть плоскогубцы? Есть. Плоскогубцы? Да. А ну хватит плоскогубцы. Ковырнуть плоскогубцами. Кого ты имеешь? Да эту хуйню покрутить? Да ее вообще нахуй с ней дернуть. Ее, короче, если крутить, то ну, нихуя не меняется. А, да? Да. Где-то ручка, короче, нет, в салоне валялась. Тросик оборвал. Передачи ты? Ну конечно, тормозов нету, ручник не работает. Понял. Ага, да. На не, а, на это, запрет пока. Ну, короче, так, средний ремонт еще 1040. А по дешману? 35. Пердит она из-за того, что где-то что-то прогорело менять. 100%. Ну, штаны где-то там есть. Я думаю, для начала, короче, привести ее визуально в порядок. Да ее сначала изначально вообще мотор сделать. Зачем мотор? Надо сначала хотя бы говно от нее отмыть вот это вот. Это почистить это просто салончик. Влияет, это бесплатно, по крайней мере. Я хочу сделать все, что бесплатно, потом смотреть, что платно. Движок надо залазить, смотреть. У тебя будет какое-нибудь время? Когда не я. А когда ближайшее? Не, я через сутки стою. Я знаю. Не, это, наверное, так специально лежит, не надо. Да? Ну, мало ли. Ну, давай, хоть все обратно положим. Че, давай заключение. 12 тысяч рублей. Не 12 тысяч. Чисто поугарать можно взять. Да? Ты туда не поставишь. А, от патруля? Почему нет? Потому что ты патруль посмотри ширину, блядь. У него одно кресло на пол машины нахуй. Я попробую сегодня втулить. Попробуй, блядь, втулить. Но я тебе говорю, не влезет. Подожди, что, нельзя впихнуть невпихуемое? Это тебе не пизда, в которую любые хуи лезут. А по-моему пизда, в которую любые хуи лезут. Я тоже думал на приору поставить от бэхи тройки, короче, сиденье, комфорт, гнущийся, ломающийся. Но так как у нас в России беда, блядь, с разборками, со всех хуйнёй, искать надо вместе с блоком управления, чтобы это все работало. Ну, короче, пятнашку мне просят, ну, блядь, убирайте. Сюда можно от Вентиса подойдут нормально. Сюда надо походить по городу, просто посмотреть, блядь, говно, которое выкинул кто-то. Посмотреть, может, там лежит что нормальное. Может. Как бы сюда, может, подойдет. Так вообще просто чехлы, ебать. Нахуй чехлы. Рублей, и так нормально. Эко-кожа, ебать. Подожди, для эко-кожи, блин. У тебя, кстати, у брата руль спортивный в гараже. Так, вот я сейчас вот это говно сниму, только короче. Только тебе надо переходник туда. Он не пойдет. Дядя Серега, ты не поставишь. У него где-то был переходник. У него есть? Он тебе обязательно не смотри. Можешь жопу убрать по одному, ну, поставить на мотор. Да я вот и думал. Ну, по крайней мере, она заводится, едет. Суппортам пизда, кстати, заклинишь. Видишь, с одной стороны, только вытирает. Да там тормозов нет вообще, что-то не чувствовал.
Ну. А здесь нормально все. Тут на прокачку. Может, и нормально будет вход. Бля, ну это знаешь, это как это из той серии, если бы было время дохуя. У меня есть. Тебе все руки. У меня такого, допустим, времени нет. Заниматься.